Приветствую вас, дорогие друзья! Решил сегодня совместить приятное с полезным. Поехал по делам. Ну и по пути заехал на поле Лопотова. Посмотрел прогноз. Прогноз вроде порывы не очень хороший, но в принципе на месте обстановка немножко другая. Вполне даже летная. Поэтому хочу сейчас подлетнуть, пролететь, посмотреть, как обстановка, ну и полетать. Сейчас, Тим. Подъем!